Привет, друзья! Многие люди продолжают в меня не верить, а я продолжаю их просто не слушать и работать. В данный момент мой баланс в Бетфаре уже превысил 300 долларов. Начал я с 70, было еще когда-то 3000 в марафоне. С них я отдал часть долга Арифлейму, я об этом уже говорил. Осталось всего 600 рублей. Отдал часть долга адвокату. И потом благополучно использовал сайт марафона, о чем я уже писал, теперь я скажу об этом словами, в качестве так называемой подушки безопасности. Это не финансовая подушка, про которую писал Станислав в моей группе, это другая подушка. Я это сейчас объясню. Сайт марафона для меня аналогичен тому, что когда вы едете в автомобиле, и происходит авария, выстреливает эта подушка, вы ударяетесь не об что-то твердое, а об нее. И благодаря тому, что вы и пристегнуты, и есть подушка, вы остаетесь живых. Иногда это спасает вам жизнь. Ну, потом, естественно, вы покупаете новый автомобиль, и в нем новая подушка снова уже есть. Так вот, сайт марафона для меня выполняет такую же роль во многом. Я на нем играю в те минуты, в те часы, когда в Betfire, на моем основном сайте, нет нормальных матчей. Чтобы обезопасить себя от ставок на не пойми что, и не терять баланс большой именно, не пойми где. Я придумал такую великолепную стратегию. Мне она подходит идеально. Я играю в Betfire на большую сумму, а в марафоне оставляю себе 3000 рублей максимум. И позволяю себе ставки на то, в чем я гораздо меньше понимаю, но что идет быстрее, где можно поднимать точно так же бабки, что я делал на протяжении нескольких дней, отдал несколько долгов, как я уже сказал. В основном это настольный теннис, бадминтон, волейбол, иногда теннис обычный. В основном я пытаюсь ставить на коэффициенты чуть выше двойки, иногда чуть ниже. Да, иногда бывает, меня заносит. Я, проиграв, так сказать, несколько ставок подряд, потом предпочитаю не снова удваивать ставку, чтобы отыграть все это нормальным догоном. А я предпочитаю ставить еще более крупную сумму на более мелкий коэффициент. Иногда это дает свои плоды и позволяет мне вернуть все утраченное ранее. Иногда бывают такие ситуации, что, в общем, я теряю довольно много. Да, такое тоже может быть. Вот я нашел для себя такую стратегию в марафоне, играть именно на маленькие суммы, чтобы не расстраиваться сливы большой, потому что если бы я слил, скажем, 10 тысяч рублей в марафоне, я бы, конечно, расстроился и попытался бы наверняка вернуть это в Betfire. Как только это происходит в рамках суммы 3000 рублей, это происходило за время моего подъема до этих 300 долларов не раз, раза 2-3 точно, и я к этому отношусь совершенно спокойно. Ни разу у меня даже мысли не было отыгрывать все в Betfire. Я потерял 3000 долларов, ой, 3000 рублей, извините, в марафоне. Но ничего я в тот день совершенно не предпринял в Betfire. На следующий день, уже на любимом мной Betfire, я сделал не только эти 3000 рублей, что эквивалентно 50 долларам, а даже больше. Я спокойно это все пережил. И сейчас, пока несколько дней я играю просто в Betfire, я и это спокойно уже переношу. Я утром, собственно, и долго сплю, пока матчей нормальных нет, и занимаюсь какими-то домашними делами. Поздно приступаю к работе. Но через пару-тройку дней я уже сейчас занимаюсь этим. Мой баланс в марафоне снова будет восстановлен. Снова будет там 3000 рублей. Я сейчас вывожу с Betfire каждый день по 10 долларов. Как только накопится 50, как только они все будут выведены, я снова залью все в марафон. И, так сказать,
поеду уже на новой тачке с новой системой безопасности. Пока, можно сказать, я еду без ремней безопасности, без подушки, но я еду очень аккуратно. Вот это все, что я хотел сказать о том, что сейчас происходит, и о том, какую роль я вижу именно в сайте Марафон. Вы можете сейчас смеяться, хихикать, но вот эта стратегия, как ни странно, мне подходит. Она даже для меня более эффективна, чем установка лимитов в Betfair. Время это показывает. А вы можете сейчас спорить там между собой, сколько времени я продержусь, какой у меня баланс будет в конце года, 0 или 20 или 50. Поверьте, баланс будет к концу года далек от этих цифр. Он будет намного больше. Правы те, кто выбрали самый последний пункт. Свыше 10 000 долларов. Смейтесь, посмотрим. Пока.